Между тем, тюменцы в соцсетях жалуются на некомфортную температуру в общественном транспорте. Сегодня утром комиссия из перевозчиков, представителей администрации города и членов ОНФ провела проверку работы систем отопления в нескольких автобусах. Во всех проверенных машинах печки дуют исправно, а вот кому жарко, придется потерпеть. Сегодня выпускаются уже такие машины с климат-контролем, с кондиционером. Ну, это, естественно, дороже автобус, значительно дороже. Вот. Но в Тюмени на сегодняшний день рассматривается вопрос о приобретении уже автобусов именно с кондиционерами. 10 проездов на красный, 8 непропущенных пешеходов и 6 поворотов не из того ряда. Неполный список нарушений водителей автобусов за прошедшую неделю. За каждый случай перевозчик объяснялся в Гортрансе. Исправить ситуацию поможет хартия, которую подпишут все транспортники Тюмени. Такой ситуации не возникнет, чтобы кто-то из перевозчиков отказался подписывать данную хартию. При этом сами руководители транспортных предприятий понимают на сегодняшний день, что качество транспортного обслуживания мы должны постоянно улучшать. И если сейчас мы какой-то уровень определенный имеем, не значит, что надо расслабиться и больше ничего не делать.